Здравствуйте, друзья мои! Как вы знаете, сегодня, 6 августа, церковь вспоминает двух благоверных мучеников, князей Бориса и Глеба. Вот имя одного из них я имею честь носить. Это святые, одни из самых-самых первых святых на Руси, святых мучеников, князей. Жизнь и смерть, которая показала, что христианство на Руси приняли по-настоящему. Не просто так. Отказались они вступать в братоубийственную войну и ради веры своей, в общем-то, и приняли смерть, ради исповедуя свои христианские взгляды. Вот сегодня, конечно, обязательно послужим литургию. Сейчас мы уже к ней готовимся, потому что лучшее празднование – это есть служение литургии. Спасибо, Господи, всех. Всем сил и добра.